видим. Давай, Трекс. Калашматки, класс Д убил. Ты чего гонишь? Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Тим Куёка, Хелт Фандер, Драгонион, Кабанчик, Сянка, Тимофей. Пацаны, скажите интересные слова. Ну чё, народ, ширканём? Кабанчик. Нормально. Ширканём. Всем привет. Where is everybody? У нас сегодня Гаррис Мод и офигенная карта, ваша самая любимая, Большой Лабиринт. И мы скачали NPC Шрека, и за него будет играть настоящий игрок. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы убегаем от Шрека в Большом Лабиринте. Пацаны, 20 секунд. Погнали. Так, кто куда бежит? Как всегда на вышку, да, все бегут? Да. Я понял, я тоже бегу. Ну что, Шрек, давай, выдвигайся, мочи нас, покажи, на что ты способен. Кстати, он может с одного удара даже убивать двоих или троих, если все находится в куче. Как радиус большой. Да. И кто проигрывает, тоже берет Шрека, и в конце, как всегда, у нас будет много Шреков и один выживший. Досмотрите ролик до конца, потому что будет в конце мясо. Не забываем подписываться, ставить лайкосик, ролики выходят каждый день. Нифига, он как топает громко. Да, я его, кстати, тоже слышу. И заходите в наш Дискорд, если вы хотите с нами записывать ролики. Любой может зайти и записать с нами классный ролик, попасть в YouTube. Ура! А кто же пришел на вышку? Никто не пришел, я тоже не пришел, но я бегу со всей силы. Я первый, Дима, я первый, Халтан второй. Вот он, Шрек, он уже почти. Он уже тут, да? Почти, да. Я тоже слышу его. Пошел вон отсюда. Я бегу быстро. Отлично. Его с прицелом хорошо смотреть. О, у вас уже тут двое, я третий. А где он? Вижу. У него такие шаги громкие, да? Да. Вы видите? Я его вижу. Вот он. Так, спрыгивайте, пацаны, вниз. О, все, этот человек прыгает высоко. Можешь тронуть вас. Ого. Отвали. Беги, Димка. Ты где, Дим? Отлично. Я убежал по красоте. Я знаю тут нычки на все на карте. Не каждый их знает. Отлично. Он такие громкие шаги издает. Ну что, уже два Шрека или нет? Один? Два, он убил кого-то. Я его слышу, но не вижу. Так надо глаза открывать, когда смотришь. Шрек быстро вниз спустился, а? О, бежит за мной. Но я убегу, ребят, я же профессионал. Я вижу второго Шрека идет еще. Надо бы не хоббить, потому что только таким образом я могу быстро бежать. Видите, он не догоняет. Отлично, это ж у нас называется ролик убегать, поэтому мы будем убегать. Дима, как по стенке бегает? Отлично, это ты за мной бежишь? Я вообще с прицелом смотрю. Это вообще-то Сенка бежит, ай-яй-яй. А он не догоняет меня, быстрее его. Ему надо какую-то тактику другую думать, или за другими бежать. Дима, я вот он, я сейчас могу подбежать близко. Я бегу со всей силы, я просто боюсь в лабиринт запрыгивать, потому что мне кажется, они меня там завалят. Но придется, наверное, туда бежать. А все, он спрыгнул, ребята, он сдался. Что значит, Шрек сегодня у нас очень слабенький. Нифига себе, он прыгает. Так, ну что, я в лабиринте. Я слышу, как они бегают все. Ты где, Дим? Я тебя потерял. А, я тебе не скажу. Я тебя Шрек. Боюсь. Ты еще не Шрек? Я нет, я живой. Жик. У меня 60 хп, ну ладно. Блин, они прям рядом, я прям слышу, это стрёмно. Плохо. Это я. А что, два Шрека так никого и не убили? Да, очень сложно. Он неуправляемый. Неуправляемый? Да, он сложно из-за него управлять жестоко прям. За аниматроником вы еще и легко, но за это... О, я вижу, вон Шрек прыгает, он что-то пытается допрыгнуть до меня, но это так не работает. Пацаны, подойдите. О, привет, Шренд. Опа. Опачки, надо очень аккуратно, чтобы не упасть вниз. О, Шрекс! Да отвали ты, Шрекс! Шрек, направо иди, направо, да, молодец. Да не подсказывай ему! Да я откуда вижу? Я зашкерился, я знаю, что они меня тут не найдут. Ребята, так страшно, когда вы знаете, что эти чили-пиздрики здесь бегают и могут убить с одного удара.
Я сдамся, потому что это, блин, он мантит. Unreal, а не вспомнил. Так давайте, давайте, поддавайтесь. И будете тоже шреками мочить. Как мне поддаваться? Я вообще не знаю, где я. Сколько шрека хп? У него сотка, наверное. Я потерялся. У тебя сколько хп? Я его только что видел, ребята. Так я шрек. Блин, стрёмно. Где вы? Разреши мне один раз пульнуть по шреку, если увижу. Не, нельзя, нельзя. Ну ладно, все хорошо, я просто смотреть буду. А вдруг ты его убьешь с одного удара, это же нечестно. Не, я не самый мощный выстрел, я просто смотрю, как это любимое оружие. Любимое, а вдруг это... Стой на месте, Шрек, стой. Кто по стенкам бегает, стой на месте. А это не я. Нет, он не убивается с первого пути, так что он нормально. По стенкам бегать надо валить. По стенкам бегает, так уже не я, не везет. Вот кабачка я могу убить с одной пули, но я так, не... Так, бежим. Ребята, я знаю, что они где-то здесь, вот прям рядом, чувствуется. Надо быть внимательным. А, вижу, вижу Шрека жопу. Ой-ой-ой. Отлично, вот он, давайте сюда. Шрек, как дело? Да, я ему попал. А чего вы, пацаны, не поддаетесь? А сыте? Дима, хочешь убью, что просто это страх и лют. Проходи. Я здесь уже по 10 минут прохожу и найти выход. Кого? Третий, о, все. Еще один Шрекс. О, да, кстати, Шреком классно забраться на вышку, прыгнуть на стену и со стены уже прыгать до пацанов. Ассасин. Я их слышу. Я тоже их слышу. Ого, какой громкий он. Тогда они прям, знаете, так топают. Все, их три. Дима, как летал? Это было жестко. Видели этот полет эпичный? Да. Я видел. Давай. Шрекс. Калашматки. Класс Д убил. Ты чего гонишь? Дима, ты лох. А я не говорил ни за лохов, ничего. Ой, обахнул. Да блин, это так стрёмно было. Если вы сюда зайдете, вы здесь потеряетесь. Я наверху. Пацаны, я бак смотрю. Назад, кто... Посмотри. Пацаны, кто... О, шрек? Так мы прыгаем сильно, пацаны, да? Да. Четыре Шрека. С вами точно Шрека. Так, бежим, пацаны. Бежим. Давайте просто исследовать лабиринт. По-любому мы их найдем. Короче, знаете, что я делаю? Я сейчас бегу в лабиринт, на вышку. И с вышки уже буду пацанов искать. Все на вышку, Шреки, все на вышку. Мы их так сразу найдем. Я понял, пацаны, как в воздухе перемещаться, надо прыгнуть, а потом только вперед нажимать, тогда он начинает идти в воздухе. А когда держите и прыгаете, не то. Вот эта картина была. Так, ну что, я на вышке, хлопцы. Молодец. Круто. Вижу, вижу, вижу. Молодец, догони. Пацаны, ну что, давайте на быльца будем спрыгивать. Кто уже там бегает по краю карты? Я вижу один, давайте, я вокруг пошел. Не видишь никого. Вижу, вижу, Шрек бежит, и я бегу. Прыгнул, сыклун вонючий, да? Фан уже умер. Нет. Да, он тоже умер вообще-то. Я не умирал. Ты умирал, чувак. Че ж он два раза прыгает, а? Я не умирал. Умирал. Это целый лайфхак, ребята, за него поиграть. Так что никогда не берите Шрека и не управляйте им. Это нереально им управлять. Нажимайте, смотрите, чуть-чуть вперед. Он сразу бежит много. Вот, чуть-чуть нажимаю. А чё у меня приседать начало? Он приседает? Слава богу, я от вас спрятался. Блин, пацаны, я не могу его поймать. Короче, делаем эксперимент. Какой? Без бомб, а? Не, без бомб, без бомб. Не, знаешь, будешь Шрек на спавне? Убивает Хелфана, отлично, ребята, отлично. Походу, кто останется, да. Я люблю вахханалию делать. Давайте посмотрим, за сколько времени они сюда добегут. Вот это у меня подлагало, когда их поставил. Так, а где они? Где они? Почему Шрек меня убил? Ну ладно, я был Шреком, мне Шрек убил. Ах ты, Шрек. А я хочу, чтобы Дарк Драгона убили. Я от тебя бегу. Не знаешь, как стрёмно сейчас бегать? А я их не вижу вообще, вы их видите? Они на спавне. Двое на спавне, трое на спавне. Прямо тут бегают. Всех убили? Интересно, догонись. Я сейчас бегаю обычным бегом. Так, приблизительно туда. Я немножко мимо кинул бомбу, я хотел в центр карты кинуть. Осуждаю. Да я не хотел так, я хотел слабенько, но получилось смочь. Дарк Драгон, хочу признать очень честно. Я читер был, это тупо, но... Скажу так, Дарк Драгон играл сегодня нечестно, но при этом его ни разу никто не ударил, потому что Шреки дамажат с одного раза. Поэтому ты сегодня самый лучший читер. Ой, самый лучший игрок. Я тоже...
Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и после мои ролики еще. Вы психи. Я психи.